Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу Dark Souls. Я решил не делать видео прохождение этой игры по причине того, что она немножечко конфликтует, во-первых, с бандикамом, во-вторых, на моей системе она идет как-то немножечко странно. Потому что, в принципе, она не должна таки подвисать, а она, сука, подвисает. И это может не раздражать. На самом деле. В конце этого видео я покажу нарезочку моих битв с боссами на этот момент. Если вам понравится конкретно нарезочка, пишите в комментариях, там, ставьте лайки, все как обычно. Я, возможно, Dark Souls выложу именно нарезкой. Нарезкой убийств боссов. А, красавец! Красавчик! Знал. Человечность еще проеб... Dark Souls. Ну, меня, в принципе, убивает тут не так враги, как окружение, потому что боссы, на удивление, легкие. Первый оказался довольно геморройным, только по причине того, что я привыкал к не очень удобному управлению. Не знаю, кому как, просто некоторым людям сразу понравилось управление, я-то еще настраивал под себя. Ну да, в принципе, ничего такого. Все понравилось, все удобно. На первых версиях рыбака, правда, я игру не покупал, поэтому пока играю на пиратке. На первых версиях рыбака... Тихо, здоровяк. Блин. На первых версиях рыбака была задержка мышки. Воу-воу-воу-воу-воу, бей! Поэтому нельзя было нормально играть. Сейчас я установил второй, третий, так уже стало полегче и получше. Это все дело. Моментальная реакция на мышку. Так. Вот эти ребятки, они как бы являются опасны только в куче. Давай. Ко мне. Покажу вам стандартную зачистку локации. Это, на мой взгляд, одна из несложных таких локаций. Идиот. Потому что, ну, во-первых, враги довольно легко контрятся. Господи, почему их двое? А? Почему вас двое, дегенераты? Идите в жопу. Идите нахуй. Шо, блядь? Вы оставили посты! Идите нахуй! Блять! Когда они кончат? Я вам реально? О! Красавчик! А второй куда побежал? А, второй на пост пошел. Ну ладно. Вот, в принципе, механика не изменилась. Графонии подкрутили. Есть нормальное расширение, есть фильтры. Поэтому графика выглядит куда лучше, чем на PS3. И на компьютерах, на максимальных настройках играть в самоудовольствие.
А вот боссы меня реально расстроили, потому что я помню ужасного Смога и Онштейна с первого Dark Souls, которые были довольно-таки сильным геморроем. Потом я помню, блин, как его звали-то, ужасного капродемона, который просто житья не давал. Его было очень сложно убить. А тут я зашел к древнему драконоборцу, очень похожего на Онштейна, но он днище. И к драконьему всаднику. Просто ни о чем, понимаете? Зашел, убил. В нарезке все будет, в принципе. Я даже перед драконьим всадником выпил все эсусы, потому что я знал, что он тут простой, но не думал, что настолько. А девочки-то тут уже нету, да? Окей, значит, она уже там, где мне нужно. Да ладно! В принципе, впечатления от Dark Souls столько положительные, но... Кроме всего того негатива, что я уже переборол в себе по поводу управления, периодических фризов и чего еще. На что я еще хотел пожаловаться? Вроде больше ни на чем. Игра получилась хорошая. А, еще на сложность, да. Можно было и посложнее. Я знаю, тут есть ковенант, надо будет туда вступить, где-то вот там. Вот, да, ковенант звонарей, интересно, фантомы периодически вторгаются в мой мир. Умирают, правда, но ничего. ПВП стало заметно динамичнее, вот это вот еще меня порадовало. Потому что, ну, во-первых, различные удары, во-вторых, можно легко вас отпарировать, выбить из рук щит. Бэкстебы проводятся нынче немножко по-другому. Там своя анимация включается, она причем какая-то довольно-таки странная. Но, в принципе, можно привыкать и к стилю игры придраться не в чем, потому что это все-таки Dark Souls, это... Не сказать, чтобы особо унылый мир, просто посмотрите на эти краевиды. Вот. Но своих приколов хватает. Огромное количество локаций, огромное количество боссов, секретов и прочего. Поэтому, кто еще не поиграл, скачивайте. Кому игра понравилась, действительно, покупайте. Игра очень хороша. Действительно хороша. И надеюсь, таких проблем, как у меня есть сейчас, на официальной версии нету. На стимовской, я имею в виду. Потому что пиратка, она все-таки пиратка, на ней есть свои изъяны. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. Наслаждайтесь монтажиком. До новых видео, всем пока.